О мудрейший! О величайший! О бесстрашнейший! О всемогущий! О светлейший! Короче, что тебе нужно, евнух? Слушай, зачем лишний раз напоминаешь, а? Увольняюсь я из твоего гарема, о светлейший. Нашел себе другую работу. Вот заявление по собственному желанию. Так, кроме собственного, других желаний у тебя, понятное дело, уже давно нет? Извини, конечно. Так, где у нас тут ты? О, мудрейший, отпусти меня, пожалуйста. И пусть мне зарплату выплатят за весь последний год. Пожалуйста, обходной лист подпишешь, материальные ценности сдашь и гуляй себе. Какие ценности, слушай? Что значит, какие ценности? Вот смотри, чалма рабочая, евнуха. Халат рабочий, евнуха. Халат парадный, евнуха. Шальвары, евнуха. Опахала, евнуха. Ну, короче, все, что мы тебе при поступлении на работу выделили. Вернешь, получишь деньги. А если не верну? Всю жизнь сгорела на работе. В переносном смысле, конечно. Ну, если не вернешь, получишь не деньги, а то, что ты нам при поступлении на работу сдал. Ну, в переносном смысле, конечно. Ha, 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 ha